Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фанкам. На обзоре мультимедийных систем на базе Android от компании ATS для Kia Soul второго поколения. Модель CC2 Plus с 9-дюймовым экраном стоит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Выглядит все очень аккуратно, очень хорошо вписалась в интерьер автомобиля. Меняется полностью вся вот эта лицевая панель. Рамка выполнена из черного глянцевого пластика. Есть вырезы, конечно, под все штатные кнопки. Все нажимается, не залипает. Все очень качественно. Кнопки на руле все подключились. Работает громкость, кнопка Mode, которая переключает между всеми приложениями. Также переключение треков работает. С подсветкой адаптировали. При переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режимы. В бардачок выводятся USB-порты, куда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. Также еще выводится слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитола. Интернет вы сможете подключиться, либо установив сюда сим-карту, либо раздав его с своего мобильного устройства через режим модема. Дополнительно также установили камеру заднего вида, которая аккуратно встала в плафон подсветки номерного знака. Включается автоматически при включении задней передачи. Угол обзора 140 градусов, картинка HD. Данную камеру предоставили в подарок клиенту. Есть настройки по яркости, цветности, контрастности, и вот эти парковочные линии, их рисует сама камера. Данная магнитола — это из линейки базовых магнитол от компании TACE, но при этом, как и более старшие модели, обладает всеми мультимедийными современными возможностями. Работает вполне неплохо, то есть достаточно быстро. Здесь доступен магазин приложений Play Market, откуда можно скачать любое приложение. Самое популярное здесь уже предустановлено. Это, конечно же, Яндекс.Навигатор и Яндекс.Музыка. Есть эквалайзер для настройки звука, возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи. И множество других полезных мультимедийных функций, которые ранее были недоступны в автомобиле. Вот так изначально выглядела магнитола. И теперь здесь уже современная мультимедийная система с достаточно большим экраном, которым вполне удобно пользоваться. И расположение достаточно комфортное. Вот так это выглядит с водительской стороны. Для взгляда очень удобно. Обращайтесь к нам в компанию. У нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов. Более подробно обо всем вы сможете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И вот магазин дается гарантия как на оборудование, так и на установку. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!